Меня зовут Татьяна Матычак, я главный редактор stopfake.org. Это украинский веб-сайт, который разоблачает неправдивую информацию об Украине. Мы все волонтеры, работаем абсолютно бесплатно, сайт существует за счет краудфандинга, поэтому за 10 месяцев работы нам удалось, конечно же, разоблачить много фейков. Мы проверили около десятки тысяч фейков, наверное, разоблачили почти 400 фейков, но, конечно, рук не хватает, поэтому нам нужны помощники. И все, кто желает присоединиться к нашей работе и помогать разоблачать фейки, которые касаются Украины, пожалуйста, присылайте нам фейки, разоблачения, все, что вам кажется сомнительным, любая информация, как в соцсетях, так и в российских СМИ, украинских СМИ. Присылайте нам в соцсети, вы можете найти StopFake во всех ведущих соцсетях, и Facebook, и Twitter. У нас есть видеоролики на YouTube. Заходите на наш сайт stopfake.org, есть раздел «О нас», там написано наш адрес в интернете, написано все о нашей команде. Любой, кто готов бороться с неправдой, может к нам присоединиться. Так что добро пожаловать!